Детские лагеря этим летом не откроются, так как республика по-прежнему находится только на первом этапе снятия ограничений. Исключение составит санаторий и лесная сказка. Такое решение приняли на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса в Чувашии. Показатель заболеваемости коронавирусом в Чувашии ниже, чем по стране, но выше среднего по Приволжскому федеральному округу. В сутки количество заболевших в регионе колеблется в районе цифры 60. Коэффициент распространения соответствует первому этапу снятия ограничений. Поэтому специалисты Роспотребнадзора приняли решение не открывать этим летом загородные лагеря. Исключение – лесная сказка. Там 15 июля после необходимой санэпидобработки планируют принять первую смену ребят. Выезжала комиссия в составе Роспотребнадзора, значит, сотрудников Министерства здравоохранения и сотрудников самого санатория «Лесная сказка». Определена полная 100% готовность данного санатория к приему детей. Определены все маршруты, порядок приема, порядок пребывания, порядок питания этих детей в условиях, значит, новых требований. Это не просто оздоровительная кампания. Здесь дети, которые нуждаются в третьем этапе реабилитации, то есть в частности в санаторно-курортном лечении. Чтобы исключить завоз инфекции на территорию лагеря, сотрудники разделены на три группы. Работать они будут понедельно. Кроме этого, на оперштабе было принято решение о начале проведения профилактических медицинских осмотров, без которых порой и невозможно трудоустроиться. К плановому приему в скором времени должен вернуться и Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, как только выпишутся последние больные COVID-19. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.